Мы находимся в Раменском районе, сельское поселение Никоновское, село Никоновское. Сейчас я покажу, как якобы исполняется распоряжение президента. Другими словами, как тратятся деньги на дороги по программе новой, насколько я понимаю. Вот дорога. Село Никоновское. В час пик тут встретишь 3,5 машины. Вполне нормальная дорога. Была. Но ее решили расширить. Для кого? Для чего? Абсолютно непонятно. Потока тут нет, пробок нет. Но расширяют. Президенту отчитаются. А вот дорога, которая идет к домам людей. Сейчас я покажу дорогу, по которой я буду ехать. Вот, расширяют, не пойми что. Вот я еду. Ни одной машины навстречу. Пожалуйста. Что расширяют? Для чего расширяют? Для кого расширяют? Но отчитаются, что сделали новую дорогу. Пожалуйста. А сейчас мы с вами свернем на дорогу, которая идет к домам людей. Которая на Google картах числится как дорога. Вот так вот мы прыгаем. Но это еще ничего. Вот мы сворачиваем на дорогу, по которой я езжу к себе домой. Так, так не видно. Вот она. Вот они, ямы. Тут мы разбиваем свои машины. Повторюсь, на Google картах это дорога. О. Сейчас специально выйду показать. О, какие ямы. О, какая дорога. Какая дорога? Вот. Какая у нас дорога? На Google картах это дорога. Смотрите, какие. Как бомбы покидали. Воронки. Это даже не ямы, это воронки. И так до самого дома. У меня вопрос. Для чего делается та дорога и почему не делается эта дорога?